Пистолет Кольт. Очень распространенная вещь на пистолетах Кольт. Многие же любят красоту. У нас в Красной Армии, к примеру, гравировали фляжки, котелки. Немцы тоже так делали. Портсигары с перламутром или прочее. Американцы часто меняли щечки рукоятки на специальный состав, в который заливались фотографии. Они брали фотографию, к примеру, жены, детей, формовали рукоятку, делали накладку в виде пластиковой накладки, а внутри была фотография. Делались накладки из серебра, из перламутрового состава. Каждый делал так, чтобы у него была какая-то индивидуальность его собственного оружия. В данном случае это индикатор заряженного ствола, патрон в стволе. Если он опущен, значит, здесь нет гильзы. Я сейчас попробую это показать. Боеприпас. Они подходят от МП? Да, в данном случае, так как это уже современный выпуск, вот боеприпас в магазине. Вот сейчас видно, что задний край детали выступает, патронов в стволе нет. Мы взводим. Взвели, и вот сейчас... Ага, закусило. Сейчас сломаем? Нет, это магазин чуть-чуть, вот. Чуть-чуть не дошло, есть технические проблемы, но видно, что механизм, теперь зацепив губками, он теперь будет в таком положении. Когда бы он дошел до конца ствола, он бы показал, что боеприпас в стволе есть. Ну, как видите, технические сложности, спуск на предохранитель.